88% россиян подтвердили, что их родственники принимали участие в Великой Отечественной войне. И половина из опрошенных много знают об этом из рассказов близких и семейных архивов. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Здравствуйте! Накануне главного праздника страны, Дня Великой Победы, подведем итоги праздничной недели. Сегодня в программе. За моей спиной бывший спортивный зал, там было общежитие более чем на 100 человек. Когда была война? Чем жил университет в страшные годы и как помогал фронту? У нас значительно увеличилось количество мест, бюджетных мест. Царица наук. Почему математика всегда востребована у абитуриентов? Создание препаратов на основе микровезикул из КРТ-клеток. Спасение в них. Какое открытие казанских биологов может спасти от рака? Это карликовый вид банана, то есть банан бархатистый, родина, естественно, Китай, Япония. Буйство цвета и цветов. Как встретил весну научный ботанический сад КФУ? Каждый второй житель России среднего возраста знает военную историю своей семьи. И лишь каждый четвертый представитель молодого поколения знаком с нею. А ведь это важная часть истории всей страны. И чем больше времени проходит с тех времен, тем меньше остается живых свидетелей страшных лет. И тем больше приобретают значение исторические свидетельства роковых сороковых. В Казанском университете бережно хранят всю историю жизни того времени не только сотрудников и студентов, а того, как жила столица Татарии в годы, когда наука помогала воевать и выживать. Университет в годы войны стал не только центром исследовательских работ, но и домом для эвакуированных из Москвы ученых, их семей, госпиталем для раненых. А в это время не ушедшие на фронт студенты и преподаватели шли рыть оборонительные окопы, убирать колхозные поля и продолжали работать во имя науки. Роза Зарипова о том, как Казанский университет жил во время Великой Отечественной войны. Это было воскресенье, 22 июня 1941 года. Студенты Казанского университета готовились к последним экзаменам. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. «Победа будет за нами», прозвучало в конце. Какой ценой и как скоро наступит этот светлый день, не знал никто. В Казанском университете началась мобилизация. В 1941 году в Казань была эвакуирована Академия наук СССР. Это 33 научных подразделения, 2000 научных сотрудников, среди которых были 39 академиков, 44 члена-корреспондента Академии наук. Каждое свободное помещение университета было отдано под нужды академиков. Лаборатории, разложенные по ящикам, стояли вот от пола до потолка, и, соответственно, любой день начинался с того, что находили нужный ящик, доставали, и вот открывали оборудование, и потом возвращали на место. Число студентов на некоторых факультетах свелось до 2 человек. К 43-му году в университете обучалось 406 студентов. Это в 3 раза меньше, чем в 41-м году. Учебных аудиторий во всем университете осталось 25. Поэтому студенты учились в коридорах, учились в каких-то не приспособленных для этого помещениях. При этом пар было и занятий очень много, нагрузка была очень большой, так как образование сократили курс до 3 лет и отменили некоторые каникулы. Университет отапливался печами-буржуйками. Некоторые залы вовсе были без тепла. Чернила мерзли, лекции студенты не записывали. Иногда удавалось согревать чернильницу дыханием. В неурочное время студенты работали на полях колхозов и совхозов, чистили снег с взлетной полосы аэродрома, кололи дрова, занимались погрузкой-разгрузкой. Помимо занятий, у них было еще много работы. Во-первых, они помогали в строительстве Волжского оборонительного рубежа. То есть буквально их грузили на технику, увозили, и они кирками, лопатами возводили укрепления. При этом зимой эта работа была крайне тяжелой, сложной, не хватало продовольствия, и университет помог студентам найти следующим образом. Сняли шторы в актовом зале и сделали из них портянки, чтобы хотя бы ноги не обмораживали. Кроме того, студенты, студентки прежде всего проходили курсы медицинские и были медсестрами в эвакогоспиталях. Эвакуированных ученых Москвы и Ленинграда из Академии наук СССР, Президиум и их семьи вместе около 5000 человек
разместили в главном здании университета. Так город и Казанский университет стал крупным научным центром академической жизни. За моей спиной бывший спортивный зал, там было общежитие более чем на 100 человек. Это люди получали железные кровати, либо описывают, что обменивали кровати на хлеб и проживали здесь. Кто-то жил в актовом зале, там тоже было общежитие более чем на 100 человек. Питались студенты и сотрудники по карточной системе, с которой поначалу были согласны не все. Академики получали 800 грамм хлеба, причем 800 грамм хлеба получали те, которые занимались практическими научными исследованиями. Те, которые занимались фундаментальными теоретическими, получали 600 грамм хлеба. Соответственно, студенты получали и сотрудники 400 грамм, и студенты, и сотрудники. Помимо карточек на хлеб, вот я их упомянул, были еще карточки на мясо, на рыбу, на жиры, на крупы. Позже систему уравняли для всех. Когда с продовольствием становилось туго, в ход шли знания ученых. Наши профессора, таких как Баранов, предложили готовить ежей, грачей, собственно, яйца муравьев и ос. Проводились публичные лекции, наши профессора их читали, чтобы вот здесь, в главном корпусе, чтобы люди понимали, как вообще можно выживать. Шашлык из моллюсков. Кстати, вот в госпитале тоже поставляли моллюсков, потому что это очень ценный белок. И им готовили такие бульоны, чтобы они восстанавливали силы, потому что белка не хватало. А это моллюски привозили вот в машину бортами такими большими, выгружали их во дворе университета. Перед университетом и академиками стояла задача направить все усилия на военные нужды. Все последующие исследования и научные открытия должны были максимально быстро и действенно внедряться в практику. Вы находитесь в комнате, которой наш выпускник Евгений Константинович Завойский 21 января 1944 года открыл фундаментальное явление электронного парамагнитного резонанса. Выдающимся событием в мировой науке стало открытие доцентом физического факультета Евгением Завойским. Ученого 10 раз номинировали на Нобелевскую премию. После окончания войны в 1957 году Завойскому была присуждена Ленинская премия. Несмотря на то, что он проводил свои исследования, он преподавал, он был назначен начальником пожарной части, он 12 часов, у него были 12-часовые дежурства по университету. Дочь его вспоминает, как он был прекрасным стрелком и стрелял грачей, из которых потом мать делала котлеты. Евгений Завойский ставил эксперименты в течение нескольких лет. То начинал, то забрасывал ввиду разных обстоятельств. Его дочь всегда вспоминает, что в университете было настолько холодно, открытие же было совершено в январе, что она случайно, как любой ребенок, прикоснулась языком к этому электромагниту. И, естественно, язык прилип. Большой вклад в оборонительную работу внес физический институт имени Лебедева, рассказывает экскурсовод Мария Георгиевна. В Музее истории Казанского университета помнят каждого ученого. Папалексия занимался радиолокацией. ВУЛ изготовила прибор, который использовался против обледенения самолетов. Здесь же Ландсбергом получен другой прибор, который использовался, он назывался осциллоскоп, для определения толщины слоя металлов. Нобелевский лауреат Петр Леонидович Капица работал в Институте физических проблем и был эвакуирован в Казанский университет. Во время войны трудился над проблемой получения жидкого кислорода. В Казани была построена самая большая турбинная установка и был получен жидкий кислород в промышленных объемах. В промышленных объемах нигде в мире не было такого сделано. Это требовали госпитали, это требовали промышленные предприятия. Харитон, Зельдович, Гальданский, они работали в Институте химической физики. Даже есть тут соцехобязательства, они занимались проблемами горения и детонации пороха на нашем пороховом заводе. А Харитон, он занимался проблемами горения пороха в реактивных снарядах. Это о чем говорит? Это 1943 год, когда наши «Катюши» стали использовать именно вот эти снаряды. Важнейшую роль в годы войны сыграли химики Казанского университета, работавшие под руководством Александра Арбузова. На химическом факультете было развернуто производство ценных медицинских препаратов. Медицинские работники испытывали большую нехватку в бесперебойном снабжении препаратами и всевозможными вспомогающими средствами, таких как, например, медицинский эфир. Это дело было поручено доценту Порфирьеву, и вот под его началом, уже где-то в 1942 году, это дело было налажено.
производства сульфазола, сульфадина, которая была поручена исследовать академику Арбузову совместно с Институтом научных исследований Академии наук СССР. Период Второй мировой войны для ученых и академиков отозвался временем плодотворных исследований и открытий. Математики, физики, химики – все как один успешно сотрудничали между собой. В 1943 году большинство учреждений Академии наук возвратились в Москву. В апреле 1945 года в Казани был открыт свой филиал Академии наук СССР. Роза Зарипова, Алексей Румянцев, Булат Садыков, КФУ. Итоги недели. Отметим, что на благо страны и победы работали тогда все ученые и сотрудники университета. Благодаря казанским ученым была решена проблема резервной сырьевой базы. С августа 1943 года начала добываться промышленная нефть. Поиски стройматериалов и источников водоснабжения – не менее важная часть их работы. Биологи отправились в масштабную экспедицию в поисках сырья для создания концентратов витамина С. Была разработана технология производства пищевых белков и витаминов. Вклад ученых-медиков Татарии в годы войны также неоценим. Все факультеты, в том числе и гуманитарные, которые продолжали свою не только исследовательскую, но и воспитательную, пропагандистскую, общественную работу среди населения региона, внесли огромный вклад в борьбе с врагом. И это не только фашизм, но и голод, болезни, лишения. Особое значение имели работы сотрудников кафедр математики и механики. Они изучали вопросы теории миномета, лобового сопротивления самолета, турбулентности. Известный ученый Николай Чеботарев со своими учениками работал над вопросом теории, которая была связана с подъемной силой и сопротивлением самолета. Математика и механика воистину становятся царицами науки – военное лихолетие. От этих расчетов зависит обороноспособность страны. А чем сейчас живет современный Институт математики и механики КФУ? Об этом мы поговорим с его директором Екатериной Туриловой. Здравствуйте, Екатерина Александровна. Добрый день. В Казанском федеральном университете продолжается заявочная кампания конкурса премии имени Лобачевского. Хотелось бы узнать, сколько претендентов уже подали свои заявки и когда ждать имя победителя? Ну, для начала я хотела бы вас поправить. Заявки подают не претенденты. То есть человек сам не может выдвинуть свою кандидатуру для участия в этом конкурсе. А математиков выдвигают их коллеги, университеты, академические организации, либо их выдающиеся коллеги, уже удостоенные определенных премий и званий. Я бы сказала, что заявочная кампания идет своим чередом. Правда, безусловно, то, что происходит с нами сейчас, весь последний год, вносит свои коррективы. У нас есть обязательные условия. Человек, удостоенный этой награды, должен лично присутствовать на церемонии вручения. А это, как вы понимаете, накладывает определенные обязательства. И очень многие организации и коллеги, которые готовы были бы выдвинуть своих претендентов, берут паузу. И в личных беседах говорят, что ну, это же не последняя премия, что, кстати, очень хорошо ее характеризует, поскольку появляется уже уверенность в том, что эта премия пришла к нам надолго. И таким образом, спрашивая нас о том, что это ведь не последняя премия, давайте мы отложим наших кандидатов на следующий сезон или на следующий круг, опасаясь, что обязательства по приезду в Казань не выполнить не могут. Но тем не менее, как минимум 5 участников у нас есть. Это достойные математики, более чем достойные, я бы хотела сказать. И, с вашего позволения, я не буду называть их фамилии. Конкурс продолжается, вот эта заявочная кампания продолжается до 30 июня. В конце августа будет заседать международное жюри. И именно в этот момент мы узнаем, я надеюсь, имя лауреата. Но решение жюри должен будет утвердить ученый совет Казанского федерального университета. Не за горами и активная часть приемной кампании Казанского федерального университета. Хотелось бы узнать, какие новшества ждут абитуриентов Института математики и механики в этом году? И здесь у нас тоже много нового и интересного. Ну, во-первых, у нас значительно увеличилось количество мест
бюджетных мест. Причем, если в 2020 году, скажем, на направление математика и механико-математическое моделирование мы принимали по 30 студентов, сейчас их будет 40. И на том, и на другом направлении. В этом году у нас есть возможность принимать абитуриентов, студентов, первокурсников, давая им право выбора экзамена. То есть если раньше у нас три экзамена по вот основным нашим направлениям были жестко закреплены, то сейчас закреплен русский язык и математика, а вот третий экзамен они могут выбрать между информатикой и информационно-коммуникационными технологиями и физикой, поняв, какой экзамен они сдали лучше. В этом году у нас начинается набор на программу магистерскую по направлению математика, по профилю геометрия. И в завершение, в преддверии 9 мая, я, наверное, не могу не спросить, что именно для вас значит День Победы? Ох, этот вопрос довольно сложный, потому что если я сейчас начну рассказывать, это будет в какой-то степени набор клише. Набор шаблонных фраз, но самое парадоксальное то, что каждая фраза — это правда. Для нашей семьи это самый главный праздник. И сколько я себя помню, именно на 9 мая в нашем доме собирались все наши родственники, ближние и дальние. Мои дедушка и бабушка с папиной стороны были участниками войны. И их жизнь — это уже отдельная история. Моя бабушка москвичка, закончила школу в 41 году, и ее выпускной вечер был 21 июня 41 года. Как это не парадоксально звучит. Мой дед, тоже история достойная, наверное, какой-то книги, возможно. Но самая главная драгоценность нашей семьи – это его медаль за отвагу, которая была получена в январе 43 года под Сталинградом. И тот Новый год, кстати, дед мне никогда об этом не рассказывал, я узнала об этом уже позднее, он встречал тоже под Сталинградом. И история, наверное, стандартная. Его вызвали к командиру, а вернувшись через полчаса, в том месте, где он со своими бойцами и приятелями собирался встречать Новый год, он обнаружил воронку. Вот что это? Судьба? Для чего-то же он остался, для чего-то... И на самом деле истории очень много, поэтому я... Не могу об этом дне говорить спокойно, да, и я думаю, что вы чувствуете уже, что это очень сложно, и у меня уже слезы подступают, потому что это действительно главный праздник и для нашей семьи, мне кажется, для любой семьи в нашей стране, по-другому, по-моему, просто быть не может. Большое спасибо вам за интересную и содержательную беседу. Спасибо вам. Всего доброго. В мирное время тоже есть место битвы между учеными и болезнями, которые уносят тысячи, а то и миллионы жизней людей. И в этой войне выигрывает тот, кто сумеет разгадать механизмы работы бактерий, вирусов, как это было, например, с новой коронавирусной инфекцией. Ученые всего мира объединились, чтобы победить врага, напавшего столь внезапно и попытавшегося поставить человечество в уязвимое положение. Но российская наука ответила быстро – и спасительными вакцинами, и правильным лечением, и профилактирующими мерами. Но не до конца разгаданы секреты борьбы и лечения с онкологическими заболеваниями, а ведь это враг не менее коварный. Так, по исследованиям Международного агентства по изучению рака, в прошлом году число новых случаев болезни в 185 странах мира превысило 19 миллионов. Почти 10 миллионов человек скончались от онкологии. В течение жизни онкологическое заболевание будет диагностировано у каждого пятого жителя планеты. Чтобы хоть как-то приостановить эту статистику, объединяются и врачи, и ученые всего мира. Международные корпорации готовы вкладывать разработки, которые хоть на шаг, но приблизят к разгадке тайн онкозаболеваний. Вот и команда ученых Института фундаментальной медицины и биологии КФУ получит поддержку компании Bayer по проекту, направленному на разработку для терапии опухолей. Подробнее об этом расскажет Айгуль Гараева. Проект по биомедицинским клеточным продуктам, в частности по КАР-Т иммунной терапии, команда ученых Института фундаментальной медицины и биологии КФУ начала 2 года назад совместно с Национальным исследовательским центром имени Алмазова, выиграв грант Российского научного фонда.
Ученые используют иммунные клетки пациента, модифицируют их специальным образом для того, чтобы они научились распознавать и уничтожать опухоль. Эта технология разрабатывается применительно к терапии так называемых солидных опухолей. В рамках проекта с фармкомпанией Bayer мы реализуем одно из направлений в рамках этого большого исследования, в частности, создание препаратов на основе микровезикул из КРТ-клеток. То есть это маленькие частички клеток, которые, тем не менее, сохраняют противоопухолевый потенциал. Им легче проникать внутрь опухоли, и помимо этого они могут нести в себе какие-то дополнительные лекарственные препараты для усиления эффекта. Так как микровезикулы не являются живыми клетками, они могут проявлять устойчивость к механизмам, которые опухоль использует для противодействия иммунному ответу. Опухоль на самом деле очень хитрая такое образование, которое умеет обманывать нашу иммунную систему, умеет уходить от ее атак, скажем так, умеет маскироваться под что-то безобидное в нашем организме. И как раз-таки здесь большие надежды возлагаются на то, что микровезикулы смогут оказаться в чем-то, возможно, хитрее, чем опухоль. Вот, и таким образом мы сможем достичь каких-то новых результатов. Проект получит консультативную поддержку экспертов концерна Bayer и грантовое финансирование на реализацию первого этапа до 25 тысяч евро. Параллельно командой Эмиля Булатова реализуется программа по разработке биореакторов для биомедицинских клеточных продуктов совместно с казанской инжиниринговой компанией «Меркот» и израильской биотехнологической компанией «Аргенезис». Мы уже создали прототип биореактора для наработки данных КРТ-клеток. И мы рассчитываем до конца этого года запустить его в производство. Мы рассчитываем, что клинические испытания начнутся на базе научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ по адресу Волкова, 18. Данная клиника уже получила лицензию на проведение клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов. То есть, в принципе, нас ничего не останавливает. КРТ-клетки – это иммунные Т-клетки человека, которые были генетически модифицированы в лабораторных условиях для того, чтобы связываться с антигенами на раковых клетках. При этом происходит цитотоксическая атака КРТ-клеток на опухоль. В основе технологии, которая будет разрабатываться учеными КФУ совместно с концерном Bayer, лежит применение не самих КРТ-клеток, а полученных из них микровезикул. А это значит, что проблема ограниченности применения данной терапии в лечении меланомы, рака прямой кишки, печени, легких, почек, других органов в перспективе устранима. Для нашей страны это абсолютно точно прорыв, потому что комбинация разработки клеточного продукта и биореактора к нему, это я про такое не слышал. Даже по клеточным продуктам сейчас в стране буквально не больше 5, может быть, коллективов, которые действительно сумели чего-то достигнуть. Поэтому я считаю, что Казанскому университету очень повезло, что в его стенах родился такой замечательный проект. Ученые отмечают, что клинические испытания разработки и форсированное развитие проекта возможно путем создания новых прикладных академических лабораторий в рамках федеральной программы «Приоритет-2030» и центров для инфраструктурной поддержки малых технологических компаний. Айгуль Гараева, Хафиз Гараев, Радмир Сафиуллин, КФУ. Итоги недели. Как университет поддерживает ветеранов и хранит память об ушедших героях войны? Далее в программе также мы расскажем. Это карликовый вид банана. То есть банан бархатистый, родина, естественно, Китай, Япония. Буйство цвета и цветов. Как встретил весну научный ботанический сад КФУ. Среда, 9 мая 1945 года. Да здравствует наша победа. Срочно в печать. Как встретили победу в Казани. История на страницах архивной газеты. На этой неделе в Казанском университете простились с выдающимся ученым-химиком Александром Коноваловым. Вся его научная жизнь была неразрывно связана с университетом. Пройдя путь от студента до ректора вуза, Александр Иванович на собственном примере показал, как формируется ученый с мировым именем. Как можно любить дело, которому посвятил всю сознательную жизнь. Соболезнования близким принесли президент Татарстана Рустам Миниханов, государственный советник Республики Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин. На церемонии прощания слова соболезнования выразил и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, который отметил особый вклад Александра Коновалова – это его большое количество учеников. Сегодня они работают в различных институтах Академии наук России, университетах страны и зарубежных вузах.
Ильшат Гафоров выразил уверенность, что Александра Коновалова будут знать и помнить представители всех поколений, посвятивших себя науке. Я надеюсь, уверен, Александра Ивановича будут помнить и те, кто с ним работал, и, надеюсь, те поколения студентов, которые придут к нам в университет. День Победы для Казанского университета – это не просто праздничное и торжественное мероприятие. Это еще и большая социальная работа – сохранение исторической памяти, воспитание молодежи. Обо всем этом мы поговорим с председателем Совета ветеранов КФУ, известным историком, любимым многими поколениями студентов университета преподавателем, ученым Валерием Телешевым. Здравствуйте, Валерий Федорович. Сейчас вы возглавляете Совет ветеранов КФУ, а ведь когда-то стояли у истоков создания в университете отрядов снежного десанта. Как это было и продолжаете ли вы эту работу, да и не просто работу, а целую традицию? Здравствуйте. Снежные десанты родились по инициативе Центрального комитета комсомола в 1965 году. И такое явление, как снежный десант, родился в Казанском университете. Инициаторами были студенты-географы, за ним пошли историки и филологи. Это было в 1968-70 годах. Вот в этом году мы отмечаем 50-летие историко-филологического десанта. Это каждые 5 лет мы встречаемся уже с ветеранами, некоторым уже за 70. И вспоминаем те походы по местам боев, частей соединения в годы войны. Сейчас продолжаются эти традиции в виде снежных десантов, которые осуществляют поиск тел на местах боев, перезахоронения. И мы контактируем с десантниками, передаем свой опыт ведения поисковой работы и делимся тем накопленным опытом о боевом пути частей соединения, формированных на территории нашей республики. Какая сейчас работа ведется с Советом ветеранов? Это направление, во-первых, по программе «Стратегия жизни пожилых людей» на 2020-2025 год, в которой учитывает качество жизни, уровень жизни, обслуживание медицинское и прочее. У нас 1304 ветерана-пенсионера, которые не работают, еще примерно около 800 человек работающих пенсионеров. И вот с этой массой людей приходится работать по нескольким направлениям. Это и оздоровительная работа, это и культурно-бытовая работа, это и работа на сайте Совета ветеранов, где мы рассказываем о наших ветеранах. Только за 2019-2020 год мы разместили около 84 материалов от тружеников тыла, участников войны. Ведем такой сад, как семейная фотохроника, где участвуют многие сотрудники Казанского университета. Очень интересная работа, важная. На наш сайт посещаем, и я думаю, это одно из важнейших направлений. Вы ведь еще занимаетесь сбором письменных источников, воспоминаний ветеранов войны, детей войны, дружинников тыла. Расскажите об этой работе. В момент объединения трех вузов в Казани и еще на периферии у нас образовалась большая ветеранская организация, где были ветераны войны, ветераны труда, дети войны. И за предшествующие годы издано много книг, воспоминаний. Мы выпустили, допустим, книгу профессора Казанского университета в годы Великой Отечественной, на фронтах Великой Отечественной войны. За 2000-е годы книгу памяти Казанского университета. Воспоминания детей войны. Это примерно у нас сейчас 485 неработающих детей войны. И где-то около 100 человек еще работают в Казанском университете. Это категория людей, которые нуждаются в защите. И задача наша, как ветеранской организации, всемирно поддерживать их вместе с правкомом, ректоратом. И эта работа проводится повседневно. Насколько я знаю, Совет ветеранов не обходится только функцией защиты, помощи и сохранением памяти участников войны, но и ведет работу с молодежью. Расскажите об этом. Вот на протяжении уже 4-5 лет, будем говорить, как в советское время говорили, есть такая акция «Растим патриотов России», «Живем и помним».
И здесь мы напрямую работаем с департаментом молодежной политики, работаем с волонтерами, встречаемся в студенческих аудиториях со студентами, рассказываем их о итогах, о проблемах патриотического воспитания, о войне. Мы также участвуем активно в работе в районной организации со школьниками. Очень важное такое направление. По воспоминаниям детей войны школьники ставят спектакли. И вполне успешные, надо сказать, это такая форма воспитания. И надо сказать, что вот за эти годы, только в 2000-е годы, мы издали 5 книг по ветеранскому движению, по детям войны, по участникам войны, которые лежали в архивах. Вы столько лет в этом движении, да, и расскажите, как меняется молодежь, ее отношение к ветерану, к ветеранам войны? Вы понимаете, одна из задач ветеранской организации – это воспитание у молодежи уважительное отношение к ветеранам. И мы стараемся вот в подобных передачах, во встречах с молодежью все время рассказывать о том вкладе, который внесли ветераны в становление Казанского университета послевоенный период, о их научных открытиях. Это очень важная проблема. И чем больше студенчество об этом знает, проводим совместно с музеем «Знаешь ты, Альма-Матер», где идет повествование о научных школах, о вкладе научном, об участии. Мы проводили викторины, посвященные битвам, Московской битве, Сталинграду, Братской битве, Курской дуге, освобождению Ленинграда, Берлинской операции, Белорусской операции. И студенты очень активно участвуют. До 25 команд от каждого института приходит, и они готовятся к этому, записывали воспоминания ветеранов, видеоролики создавали. Я думаю, что это очень действенное направление в нашей деятельности. Большое спасибо за интересную беседу. С наступающим Великим Днем Победы! Спасибо, и вас также с праздником наступающим. Всего доброго. Спасибо. Как встретила 9 мая Казань? Об этом можно узнать из страниц газеты «Красная Татария». Газета – это не менее ценная часть архива, которая может рассказать о событиях разных времен через интерпретации репортеров, обычных людей. Ведь в газете описывались события ежедневной, героической и в то же время рутинной работы. Периодические издания – это своего рода дневники жизни. Очерки дают возможность прикоснуться к Казани середины 40-х годов. Илья Андреев отправился вслед за этой частью истории. Внимание! Говорит Москва! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. 9 мая мы отмечаем 76 лет со дня победы Красной Армии и Советского Народа в Великой Отечественной войне. Мы водили рукописи редких книг научной библиотеки имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Чтобы по-настоящему прикоснуться к истории, мы вместе с вами откроем газету «Красная Татария» за 9 мая 1945 года. Менялись названия, но газета сохранилась и до наших дней. Правда, под другим названием. В современном виде «Красная Татария» выходит как общественно-политическая газета «Республика Татарстан» 5 раз в неделю. Первый же номер газеты вышел под названием «Рабочий» 13 апреля 1917 года. После Октябрьской революции получил название «Знамя революции» и затем неоднократно менял свое название. «Знамя труда», «Известие Татцыка», «Красная Татария». В 1951 году стал называться «Советская Татария». В 1967 году газета была награждена орденом Трудового Красного Знамени. К середине 1970-х годов тираж газеты достигал 175 тысяч экземпляров. В начале 90-х годов получило современное название. Вот прямо сейчас перед нами два пошива газеты «Красная Татария». «Красная Татария» выходила в нашем городе. День за днем освещала события, вершившиеся как на фронтах Второй мировой войны, так и в нашей стране, в республике, в Казани, а почасти в Казанском университете. Вот перед нами два пошива за 1945 год, один из них на русском языке. Мы с вами открываем, и здесь сразу же первый номер за 1 января 1945 года. Нас поздравляют с Новым годом, товарищи, вперед к
полной победе. Здесь тоже нас поздравляют, но уже на татарском языке. Мы с вами открываем, тоже начинается с 1 января 1945 года. Но интерес представляет для нас выпуск за 9 мая 1945 года. Мы с вами открываем, перелистываем. И вот мы с вами открыли пошив газеты «Красный татарин», который выходил на русском языке. Среда, номер 90, выпуск номер 90, среда, 9 мая 1945 года. Да здравствует наша победа! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Сегодня день победы, торжества нашего правого дела. Крупно портрет Иосифа Сталина, слава Красной армии победительницы. В военные годы штат библиотеки уменьшился более чем вдвое. Изначально было 112 сотрудников, к концу 1943 года осталось 45. В годы Великой Отечественной войны большинство мужчин, сотрудников библиотеки Казанского университета, были мобилизированы в Красную армию. В наше время трудно представить, в каких тяжелых условиях тогда работали сотрудники библиотеки, а в основном это были женщины. Зимой температура в помещениях библиотеки доходила до минус 12 градусов. Дров не хватало или их не было совсем. Чрезмерный холод был тогда настолько обычным явлением, что когда в 1942 году была температура 8-12 градусов, она была названа в отчете библиотеки нормальной. Осложняла положение темнота в помещениях. Не хватало электролампочек, использовали свечи. Совсем необычной для библиотеки была помощь раненым бойцам и командирам Красной армии, которые находились на лечении в казанских госпиталях. Например, выдача книг через межбиблиотечный абонемент. В 1941 году библиотека помогала и обслуживала 14 госпиталей, в 1943 уже 34. Кроме того, библиотека обслуживала другие эвакуированные учреждения и промышленные предприятия, медицинские заведения, людей разных профессий, оказавшихся во время войны в Казани. В военную годину библиотекари Казанского университета по мере своих сил и возможностей вместе со своей страной приближали День Победы. Он настал 9 мая 1945 года. Более подробно познакомиться с газетой «Красная Татария» можно на официальном сайте Казанского федерального университета, а также на официальных страницах научной библиотеки имени Николая Лобачевского в социальных сетях. Как говорил русский писатель Александр Герцен, публичная библиотека – это открытый стол, за который приглашен каждый. Так что до новых добрых встреч в библиотеке. Ведь свобода существует за тем, чтобы ходить в библиотеку. Символичным стало 9 мая дарить веточки с только что распустившимися листьями. Новая жизнь, мир во имя детей и будущего – цветы – также непременный атрибут праздника. Цветущие сады, первые бутоны – все это помогает заново пережить тот самый Великий День Победы. Все как 9 мая 1945 года. А казанские ученые-биологи не только любовались растениями. Им в годы войны пришлось выхаживать ту часть наследия, которая осталась еще с момента становления ботанического сада. Это сейчас гордость Казани и ее зооботанический сад. Университетская коллекция стала основой городской инфраструктуры в начале 30-х годов. И хотя старый ботанический сад уже не принадлежал университету, в годы войны ученым пришлось искать возможности для сохранения не только растений, но и животных. Сюда была эвакуирована часть Ленинградского зоопарка. Современный ботанический сад КФУ – это уже новый проект. Сад возродился на новом месте с другими лабораториями. Сейчас это учебно-производственный центр. Здесь есть свои теплицы, оранжерея, дендрарий, питомник. Это особо охраняемая природная озелененная территория. Ее роль очень важна. Не только сохранение биоразнообразия, но и ведение научной базы исследований. Роза Зарипова побывала в ботаническом саду. Волнистые добавляют особый колорит. Температура в оранжерее в два раза превышает температуру на улице. Атмосфера для тропических растений максимально схожа с домашним климатом. Это минимальная где-то 19 градусов, особенно в зимний период. Она может опускаться до плюс 17-15, это максимум. А так температура у нас держится плюс 22-25. В летний период она, конечно, прыгает до
35 до 40 градусов поднимается. Главный дендролог ботсада Сергей Максимов отвечает за жизнь, здоровье и настроение растений. Понимает их без слов. Состояние каждого определяет на глаз. Это ли не есть любовь? Когда утром приходишь, конечно, делаешь полный обзор по всей коллекции, не только по оранжерее, но и по дендрарию. Уже знаю, какое растение как себя ведет, как перезимовало, как готовится, допустим, к цветению. Все зеленые собраны из разных уголков мира. Удивляет то, что привезли не просто готовые растения и приобщили к нашему климату, а в буквальном смысле выносили и выходили до появления первого листочка. И растения собраны практически из семян и из черенков. Потому что, если говорить, откуда они к нам попали от наших коллег. Это 50 ботанических садов, с которыми мы очень дружно, так плодотворно работаем. Сады Урала и Поволжья в основном. И плюс еще, конечно, небольшие такие близкого зарубежья, такие как Сухумский ботанический сад, дендрарий, Сочинский, Крымский сад. Можно увидеть, как растет имбирный куст, тот самый, корень которого так подрос в цене в магазинах в период пандемии. А еще растет кардамон, гуава и не только. Интересное растение, которое опыляется, вот можете понюхать. Ну, пахнет лучше оно, конечно, в вечерние часы, если чем-то уловите. И ландыши, да? Смесь. Да, это гемерокалис, родина которой Южная Америка. Растение луковичное, цветет именно сейчас. Это карликовый вид банана, то есть банан бархатистый, родина, естественно, Китай, Япония. Слагают и легенды о растениях, например, о фикусе священном. По преданиям, индийский принц медитировал под деревом, после чего достиг просветления. Долго ходя по своей стране, он зашел в одну из деревень и остановился под большим деревом, сел и предался медитации. После того, как человек просветился, он приподнялся и ушел из этой деревни. Местные жители увидели, что на дереве, на листьях появились вот такие хвостики, маленькие такие хвостики. И они поняли, что был никто иной, как будущий Будда. Казанский ботанический сад – это зеленый оазис среди бетонных джунглей города. Территория в 4000 гектаров находится в советском районе Казани. Любопытный сразу подметит – не случайно расположение ботсада. Экспозицию южного склона под углом 35 градусов – это не зря принято, потому что температурный режим, который необходим для определенных растений-экзотов, он здесь полностью соблюдается. Заведующий ботаническим садом Нияз Салахов рассказывает, главная задача – это сохранить биоразнообразие со всего мира. Сад насчитывает более 1000 растений. В первую очередь свои научно-практические работы и исследования на открытом грунте проводят студенты Казанского университета. Медики закладывают по своим учебным планам лекарственный сад. Ежегодно кафедра фармации присылает студентов, которые отвечают за коллекцию, за содержание. Научные сотрудники ведут свои научные разработки и внедряют. Педагоги создали свой пришкольный ландшафтный участок, где под руководством своих, опять-таки, кураторов, студенты занимаются выращиванием тех или иных культур. Сад служит центром притяжения и для садоводов-любителей. На территории ботанического сада можно купить саженцы. Кроме того, работают экскурсии. Можно посмотреть дендрарий, питомник, тропическую и субтропическую оранжерею и фруктовый сад. Экскурсионные программы, они заключаются для взрослых людей, то есть ознакомление с растениями, с экзотами, истории, особенности их проращивания в нашем климате, ну, условиях нашего климата. Ну и если есть желание, могут купить саженцы, которые уже готовятся специально для таких вещей. Дети, школьники, которые приезжают, ну тут просветительская работа и любовь к природе, в первую очередь бережные отношения, мы после окончания экскурсии всегда проводим небольшие мастер-классы. Это либо высадки цветочек однолетних на гряды, клумбы и специально отведенные участки. Сезон экскурсий в ботаническом саду Казанского университета начнется в период цветения деревьев. В середине месяца или в конце мая, все зависит от погоды, зацветет фруктовый сад. Первыми пойдут яблони. Территория покроется белым и пушистым ковром с безумно манящим ароматом. В планах у ботанического сада создать виртуальную экскурсию. Роза Зарипова, Алексей Румянцев, КФУ. Итоги недели. Мы от всего большого сердца университетского сообщества поздравляем всех ветеранов, участников войны, их вдов, тружеников тыла, бывших узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, детей войны.
всех тех, кто причастен к приближению конца войны, их близких и правнуков с Днем Великой Победы. Каждую весну в нашей душе будет цвести вновь и вновь победный май 45-го года. И мы верим, что память о нем никогда не будет забыта. Победа всегда за нами. Мирного всем нам неба. Всего доброго.